Всем добрый вечер. Готовить мне с вами не получилось. Ой, почему не получилось? Потому что я, в принципе, только рыбу приготовила. Напланировала столько еды наготовить. Наготовила только рыбу. Алла, Алла. Что Коля сказал? Коля сказал, может быть, даст мне 100 тысяч в копилку зарплаты. Ну, согласен. Не, ну я сам говорю, я тебе обещаю, что все может быть. Нифига себе. Так, а я сейчас готовлю. Так, мне тут не нравится, как я выгляжу. Я лучше сюда встану. Я готовлю нарезку сейчас. Он пишет, все давно. Это перчик с огорода, с мамочкиного огорода. А, нет, с Галиного. Я у Гали брала. И я нафаршировала рыбу. Вот она, рыба фаршированная. Это карп. А в карпе получается обжаренный лук с гречкой и вареным помидорчиком. Ой, помидорчиком. И яйцом. Сейчас накормлю пацанов. Да, мужчин своих накормлю. Я уже на это велотренажере поездила 20 минут. Это шикарный результат. Я зашла в стрим и ездила. Я выложу этот стрим, трансляцию эту выложу, потом посмотрите. Кому интересно, если вдруг кому-то интересно. Так, теперь. Сейчас это выложу. Мама, пиццу. Пиццу хочешь? Да. Но не сегодня. Это точно. Я мороженое хочу. Мороженое завтра. Да блин, да обещаю тебе мороженое. Чего? У нас всегда мороженое. Вот. Банан. Только ну. Три ты скушал мороженого. Давай покушаешь потом банан, не перебивай аппетит. Надо мороженым запас брать. Штук был 30, запас. Штук 30. Был запас. Так, тебе что, гречку греть? Давай рыбу попробуешь. Сейчас я тебе прям красивенько в тарелочку положу. Вот вам вилочки. Еще два бокальчика. Хлебушек отрежу. Коля, что, тебе тоже на тарелочку ложить? Что, ну, давай. Или ты прям оттуда будешь? Давай оттуда. Давай оттуда. Нет, а Витюше я положу. Нет, отдельно. Две тарелочки давай, чтобы... Нет, тарелочку я поставлю. Культурно рядом. Было, чтобы она мне оттуда ел. Да все культурно. Так не культурно. Ладно, вот, Коля, подожди. Ну, куда ты сына, блин, капаешь? Ну, ничего страшного. А тебе вот этот кусок? Куда ты меньше? Куда ты так берешь? Ну, если что... Ё-моё! Коля, да кушай. Два бокала нам, пожалуйста. Ммм, как гречкой пахнет. Вкусно. Ё-моё! Посмотрите, в разрезе он какой. Вот она рыба, внутри гречка, яйцо. Прям обалдительный запах. Косточки осторожно будете выбирать. Угу. Ну прям красотища. Так. Вот эту большую Коле положу. Вот так. Офигенно. Все. Все.
Сейчас я как покормлю их. Быстрее съедят, быстрее я буду готовить что-то новенькое. Мне понравилось готовить. Я хочу готовить. Сейчас хлебушек отрежем. Все, шикарный королевский ужин. А я буду пить кофе, допивать свой. Ну все, мальчишки и девчонки, та-та-та-та-та-та, а также их родители, та-та-та-та-та. Веселые истории, пара-па-па-па-па. Увидеть не хотите, та-та-та-та-та. Пойдемте кушать. Я слушаю, это Виталий еще 15 сообщений. Все. Так, два бокала, да, сынок? Да. Это мой кофе, я буду кофе. Горячий. А я тут сбоку сяду, никому, чтобы не мешаться. И два бокала. А у нас нет сока. Кофе. Тебе кофе? Да. Хорошо. Витюше сейчас налью вкусный кофе. Да, я позволяю своему ребенку кофе пить. Я ему сама ложу кофе чуть-чуточку. Так, для вкуса, чтобы вкус кофе был. И все, пускай ребенок пьет по чуть-чуть. Блин, а кофе-то заканчивается, Коль. Чуть-чуть. Меньше пол ложечки на бокал. Сахара. Одну ложечку. Много сахара тоже вредно. Хотя он у меня такой худющий, я хочу, чтобы он набрал немножко. Вот столечко кипятка. Сейчас мы это размешаем. И все остальное будет молоко. Все. А что, кофе это не настоящий, не крепкий. Вот такой вот кофе получился белый, но это кофе с молоком, с сахаром. Так, Коле сразу налью чаек. Коля, а ты видел свой чай? Да? Я даже не заметила. Сейчас в душ пойду и лягу сегодня, наверное, пораньше. Сейчас сколько времени? А, какой там пораньше? Время 10:30. Никак не получается. Да я еще, считай, толком ничего не сделала. Ровно показывай. А у тебя... Вот тебе изменения в жизни, перемена работы. Когда вам часто встречается цифра 22 и 22 на часах, вы, например, раз телефон в руки берете, его разблокируете, на нем время 22-22. Ну, это означает, что у вас будут перемены какие-то в жизни, что-то будет новое. Коля давно мне говорит, блин, мне время что-то 22, какое прикольное время для 22-22. Я говорю, у тебя в жизни, и так он мне несколько раз говорил, я говорю, у тебя в жизни будут какие-то перемены. Пожалуйста, сегодня его позвали на другую работу, более достойную, с очень хорошим заработком. И он сейчас сидит опять, говорит, у меня опять 22-22, говорит, смотри на часы, ой, на телевизоре время 22-22. Я говорю, вот, пожалуйста, вот, я же говорила. Я же никогда не обманываю. Так, все, пошлите кушать. Сынок, ну да. Сына, пойдемте кушать. Все, друзья мои. Всем спокойной ночи. А, сервировочка стола. Это что такое? Маруся легла. Маруся легла. Подожди, смотри, как Маруся лежит. Видно? Ты куда записываешь? Не знаю.
Маруська легла. Что это записывается? А, это как в Телеграм.